Соя. Я когда-то рассказывал о технологии возделывания сои. В целом, как бы как и тогда, я не вижу никаких проблем в том, чтобы выращивать сою, потому что в основном основная проблема это защита растений от сорняков. Но здесь могут быть два пути, либо это механическое. Если вы, к примеру, выращиваете сою более широко, может быть, она с одной стороны даже и будет дешевле, а с другой стороны, это может быть в денежном эквиваленте она будет дешевле, а с другой стороны, вы можете просто не успевать это делать, если у вас большие объемы, то есть вам не будет хватать техники. Если у вас объемы сои небольшие, и вы в целом можете с этим справиться, то это вам поможет сэкономить какие-то деньги, какие-то средства. Что касается нормы высева, ну, это я просто сказал об одной из проблем сои, да? Норма высева – это тоже как бы проблема. Многие бьются, какой же нормой высева сеять, потому что здесь есть разные варианты. Я их попробовал в прошлом году, когда я рассказывал о том, что как о возделывании сои, о ее технологии. Я тогда еще не экспериментировал с нормами. Мы тогда сеяли в целом традиционно это 500-600 тысяч. Сейчас я уже пришел к мнению, что сою можно сеять меньше. Это 200, 300, ну до 400 тысяч штук на метре квадратном. И может быть даже преимущественно, что и исходя из того, сколько соя все же стоит, потому что из ее цены, то может быть даже лучше ее сеять сеялками точного высева. Во всяком случае, соя с ее стоимостью, то есть с ее рентабельностью позволяет это делать. Это будет более правильная расстановка, и это будет экономия семян. Во всяком случае, это будет экономия семян и будет еще и прибавка. Поэтому здесь тоже можно об этом задуматься. Понятно, что технологически это с одной стороны дорого, но опять же, даже небольшие хозяйства с небольшими объемами возделывания сои себе могут позволить посеять вот с сеялками точного высева и обработать, сделать даже междурядку. То есть эти вот моменты, они как бы присутствуют. Соя несложная культура. Соя на самом деле несложная культура. Есть некоторые моменты, но в основном они связаны больше с защитой. Почему возникают проблемы с сорняками? Многие чаще всего на сои ждут не фазу развития сои, да, там, ну, к примеру, мы работаем, когда у нас два настоящих листа, если настоящих простых листа, а сорняки, чтобы их было больше. В итоге, как что получается? Вы бьете сорняки, в то же время вы придавливаете сою. Причем сою у вас уже как бы рослые, уже может быть тройчатые листья идут. Сою в этом плане очень нежная, то есть она не очень любит вот этот гербицидный стресс, то есть не может его легко пережить. То есть в итоге потом нужно время, чтобы этот гербицидный стресс пережить, и сорняки начинают как бы ее обгонять или конкурировать вместе с ней. Здесь все же нужно сделать так, чтобы соя свободно развивалась без сорняков до момента, когда она уже может их подавлять. Если вы это сделали, у вас все будет получаться. Как это можно сделать? Какие гербициды? Ну, во всяком случае, есть почвенные препараты, которые помогают работать. Ну, во всяком случае, помогают. С одной стороны, у вас соя будет более чистая. Почвенные препараты, они в этом случае защищают сою достаточно длительно, может быть, до 40 дней. И в то же время вы можете страховаться такими, например, препаратами, как тот же Базагран. Либо препараты с почвенным действием. Это такие, как тот же Пульсар, Пивот, где и Мазамокс, и Мазотопир. Но у них после действия есть. К примеру, если брать Имазамокс, то у него период распада где-то 40 дней. Если Топир, у него период распада до 100 дней. То есть здесь нужно понимать, что на последующую культуру можно повлиять, причем существенно. Здесь тоже нужно как бы быть осторожными. Хотя эти препараты сами по себе неплохо работают, они хорошо работают, особенно если вы работаете в самую раннюю фазу.
То есть они защищают, защищают практически, ну, до конца не защищают. То есть сорняки появляются, но они появляются, когда соя уже может конкурировать с ними. Или, во всяком случае, их численность не такая большая, но возникает проблема с последействием этих препаратов. Они на самом деле отличные. Здесь нужно уже выстраивать другой севар. Возможно, что это будет соя по сое и так далее. То есть здесь может быть какое-то действие. Особенно там на сахарную свеклу, это на те же крестоцветные. То есть есть такие вот проблемы. То есть в основном основная проблема — это гербициды. Что касается нормы высева, то есть я уже озвучил, что это 200-300 тысяч, как бы сейчас у меня как бы золотая такая середина, может до 400 тысяч. Опять же, как сеять? Широкорядно. Если вы сеете широкорядно, у вас есть возможность, широкорядно я имею в виду 40-45 сантиметров, 45 даже под пропашную сеялку. Здесь можно уже экономить семена. Во всяком случае, в этом году как бы я заложил опыты от сортом, с таким сортом, как Prudence, от 100 тысяч, ну, у меня на 50, правда, от 100 тысяч до 400 тысяч. И в целом все эти нормы у меня получились, потому что если говорить о прошлом годе, когда у меня был посев шириной междурядья 12,5 и норма 100 тысяч, она у меня была, можно сказать, неравномерно распределена по всей площади высева, сева, посевной площади, то в этом году я постарался сделать так, чтобы у меня был сформирован рядок. И вы знаете, норма в 100 тысяч, она как бы на данный момент выглядит приятно, но есть вероятность того, что боковые стебли будут по весу такие же, как центральный стебель. И в итоге, в момент уборки, боковые стебли, они обломятся. То есть такое у меня было в прошлом году, я уже ожидаю в этом году тоже. Поэтому здесь норма все же должна быть для того, чтобы этого не происходило, ну, больше 200. Ну, 200, 250, то есть здесь нужно смотреть, опять же, все будет зависеть еще от сорта. Ну, в всяком случае, сорт Soy Prudence мне пока позволяет делать такие опыты, и практически все варианты у меня получаются. Как бы там ни было, я даже не знаю, может быть, надо пробовать еще меньше, но здесь уже должна быть более точная расстановка. И, может быть, это делать сеялкой точного высева. Так, это вот один момент. То есть, в целом, я думаю, что такая золотая середина по норме, это 300-400, ну, может быть, кто-то 500 сеет, но в целом все будет зависеть от способа посева. У меня и на 12,5 и 200 тысяч получились. И на 25 также все неплохо выглядит. А что касается, ну, во всяком случае, здесь я сейчас нахожусь на участке 300 тысяч. Вот это 300 тысяч, вот это вот 200 тысяч. 200 тысяч и... Так, это у нас... Так, 200, 300, так, 400. И 100 тысяч. Так что... В целом... Вот так вот выглядит посев. Поэтому... Как бы проблемы в этом нет. Что касается даже образования тех же бобов, то здесь сое не нужно создавать сопротивление, а нужно наоборот ей помогать. То есть ей нужно опять же больше света. И питание в какой-то момент, чтобы она, во всяком случае, попадая под стрессовые ситуации, ну, под стресс, не сбрасывала цветки в момент цветения и потом не теряла, опять же, эту силу. Потому что здесь иногда бывает такое, что мне многие говорят о том, что у меня на сое ничего нет. То есть нет бобов, нет цвета. То есть или висит там один бобик где-то посередине растения или в самом начале. Но потом она в целом, если чувствует, что погода благоприятная или почвенные условия как-то меняются, она начинает опять цвести заново, и в целом эти бобики, они догоняют. Догоняют, например, вот бобик, он был
естественно, сформирован позже. И здесь вот есть в пазухе. И здесь, то есть, вот здесь тоже она отцвела еще позже дополнительно, потому что как бы погода поменялась, и была благоприятная среда для цветения и формирования бобов. То есть соя может это контролировать, но здесь нужно создать условия. Что касается, опять же, норма высева. Норма высева для разных условий будет, здесь на нее будет нужно будет существеннее, ну то есть лучше обращать внимание или внимательно на нее обращать, потому что есть разные зоны, разные климатические зоны, разные, опять же, почвенные условия, где необходимо, понимать, что если вы посеете густо, у вас просто может хватить влаги на массу вегетативную, но не хватит влаги на то, чтобы сформировать бобы. Конечно, здесь еще можно присмотреться и к сорту сои, у которой будет, может быть, длительный вегетационный период или короткий вегетационный период. Здесь тоже как бы норма высева будет меняться. Но это все нужно тестировать, это все нужно понимать. Так что вот такой вот, так вот я вам в целом рассказал о сое. И вот о нашем посеве, то есть я показал в посеве, что здесь это соя сорт Prudence, о том, что как бы сою выращивать несложно, главное понять вот этот весь смысл, главное защитить ее от сорняков и разобраться с нормой высева, то есть понять эту логику. Естественно, обязательно инокуляция, потому что это позволяет вам обходиться без азотных удобрений. И плюс вы заражаете почву, которая у вас будет потом длительно работать на вас же. То есть, заразив один раз, конечно, лучше все равно семена каждый год при севе, перед севом обрабатывать инокуляцией. Но в то же время, как бы почва, если у вас будет заражена, у вас во всяком случае не будет осечек на поле. Потому что у вас бактерии все равно будет. Потому что иногда инокулянт не срабатывает. Хотя в моей жизни это был один раз. Но опять же, за 4-5 лет это был один раз. Это может быть даже много. Один раз это может быть много. Что я здесь делал? Вот на данном участке у меня получилось так, что у меня соя переросла в какой-то момент. И мне пришлось здесь поменять схему. Сначала я хотел сделать почвенную схему, сделать, ну, как бы, получать препаратами с почвенным действием. Хотел здесь обработать пульсаром, но получилось так, что у меня, ну, то есть у меня фаза ушла. То есть фаза, которая была бы благоприятна. У меня уже были 3-4 листы, и мне пришлось раздельно обрабатывать. Раздельно я обработал базограном, потом также раздельно я внес Harmony, и уже позже, в более позднюю фазу, я внес фюзилат Форт. И вот так я в целом как бы смог защитить соя. Здесь нет во всяком случае, препаратов с почвенным действием, таким достаточно длительным. И в то же время как бы смог вот таким способом защитить сою, то есть она сейчас конкурирует и сорняков нет, подавляет, то есть она может справиться, но ей нужно в раннюю фазу помочь. Так что вот так, я думаю, что на многие вопросы как бы есть ответы, я на них ответил, поэтому может быть чуть позже я еще что-нибудь интересное выложу. Поэтому всего хорошего, удачи, пишите. До свидания.